которые не уезжают работать в другую страну, да, и что-то там делать. У нас остаются здесь очень места бизнес. Рожать детей. Увеличивать демографию. Охватывать сразу много спектров разных рядов вопросов. Поэтому я беру интервью у известных людей. Для кого-то это известно, для кого-то это известно, потому что каждый человек в своей сфере известен для своего. Это на заметку. Если вы, например, вот как у Милы есть сотрудники, да, они продают товар. Если они будут консультировать, рассказывать, ну, сначала вот, да, так эмоционально, жестикуляции, а потом какие-то моменты они будут приглушать немножко громкость, это запомнится больше. И это будет ключевым таким, да, мне надо. То есть человек задумается, мне надо это сделать или мне надо это купить. Мне надо услышать этого человека. Мне нужно обратиться. А я бегу сейчас на Family Fest и хочу рассказать вам о том, что сегодня там One Agency придумали просто вообще офигенную вещь. В общем, они разрабатывают прямо на месте, на фестивале, ваши индивидуальные стикеры и печатают, там графический дизайнер все делает красиво, и печатают сразу же вам на месте и сразу же вам дают ваши стикеры. Это, конечно, офигенно. И можно там также купить наши стикеры, которые мы разработали по специальной фестивальной цене. Бегу! Ну что, мы уже здесь. Анечка уже готовит кофеечек. Стенд у нас еще наш ни хрена не собран, потому что мы забыли детали и ждем, пока нам их донесут. Но зато у Agency уже вот, пожалуйста, все собрано. Ждут вас, чтобы сделать вам ваши стикеры именные вот на баре. Анечка на G-баре, как всегда, конечно же. Огромнейшая очередь. И рисует стрелочки. Привет, ну что, мы находимся на фестивале Family Fest, который сейчас проходит в Палате Потоцких. Мы наконец-то уже установили все наши стенды, и я покажу вам, как нас найти и как у нас там все выглядит. Пойдем. Окей, здесь у нас стойка One Agency. И здесь сегодня я уже рассказывала, что можно сделать ваши стикеры прямо на месте, вам сразу же их распечатают. Поэтому я предлагаю сейчас пойти и сделать мне мои стикеры, чтобы показать, как это происходит. Окей, це все, так, це все, що потрібно, і тепер 20 хвилин, і вони видруковуються, і можна буде це забрати. Скільки це коштує? 40 грн. Клас! От наш красивий стенд One. Ти його так здалека знімі, щоб було видно, такий у нас укомплектований, класно. Кофе. Куда без кофе? Аня, привет. Ну что ж, так как у нас появилась новая кофейная машинка, мы готовы продавать свою старую малышку. Знаете, это не просто кофейная машинка, это как раз-таки та самая первая машинка, на которой самый первый One Львив готовил самое первое латте на кокосовом молоке. Поэтому это просто историческая вещь, которой уже 3 года. Вот, она такая уже малышка потрепанная, жизнь повидала, но работает отлично. Была в ремонте, была на промывке. Вот, поэтому все классно. А, помимо того, что она историческая, здесь также есть 2 молочника. Они не были в комплекте, мы докупали один, и он стоил 2000 гривен.
Все мы знаем, что айтишники классно зарабатывают, и все мы тоже так хотим. Но, блин, как же войти в эту IT-сферу и зарабатывать от 500 до 5000 долларов в месяц? Есть ответ. Есть образовательный центр SkillUp, у которого отличные отзывы и уже более 20 тысяч студентов. У них крутейшие преподаватели из Украины и Европы, и они гарантируют вам трудоустройство после обучения. Прикиньте, они сейчас запускают онлайн-направление, и уже 9 марта стартует их онлайн-курс. Поэтому сделайте первый шаг к тому, чтобы зарегистрироваться вот сюда. Ку-ку! Привет! Всем привет! Макс, скажи привет! 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 Скажи привет! Скажи привет! Скажи привет, Макс! Ну скажи! Ну скажи! Зубар, как всегда, с очередью. И вот так вот, в принципе, выглядит фестиваль.